господа, с вами Денис Гик, рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня у меня обзор и подборка моих личных модулей, которые я заказывал с Алиэкспресса. Эти модули для радиолюбителя и не только. Я уверен, что некоторые из них вам пригодятся. Рекомендую посмотреть это видео, обзор. Итак, первое устройство — это вот такой вот удобный USB-шный CH341 программатор. С помощью него вы можете без проблем перепрошивать микросхемы BIOS, памяти, EEPROM, и также программировать платы, например, вот такую вот плату от Arduino, так называемого Arduino Pro Mini, у которой нет конвертера CH340 или 341, и ее нужно программировать с помощью вот этого вот программатора, либо же другой Arduino. Также можно прошивать вот такие вот чипы ESP8266 первой версии, у которых тоже нет встроенного конвертера. С помощью вот этой вот удобной площадки, даже если у вас нет возможности накинуть крокодилы и клеммы на BIOS микросхему, либо же другую микросхему памяти, вы сможете ее выпаять, распаять вот здесь вот аккуратно, потом установить в программатор и зажать колодкой. То есть это очень удобно. Еще основной плюс этого программатора в том, что у него есть уже выведены контакты под питание 5 вольт и 3,3 вольта. Также еще дублирующий есть 5 вольт контакт. И уже выведены контакты обмена данными RX-TX и контакты дополнительные MISO, MOSI, CS и CLK. Очень удобная штуковина, я думаю, многим пригодится. Особенно те, кто занимается ремонтами или работают в сервисных центрах. Я уже давно такую использую. Это простенький DUI-конструктор, по сути аналог металлоискателя, только очень маленький и довольно-таки слабый. Катушка разведена у нас на текстолите, она двухсторонняя. Схемка очень простенькая, присутствует зуммер для визуального звукового оповещения. И также есть подстроечный резистор для установки чувствительности. Работает она следующим образом. Питается от 3 вольт до 5. Желательно, конечно, это будет питание от 5 вольт, чтобы схема работала нормально. Определяет металл до 3 сантиметров. То есть это довольно-таки слабенький показатель. Работает довольно-таки просто. Достаточно подать питание и поднести к металлу. Барсик. Да, кошке очень не нравятся эти звуки, поэтому она против. В общем, принцип работы понятен. Следующий конструктор, кстати, тоже собранный мной лично. Это генератор случайных чисел на базе микросхемы NE555, как вы видите. У нас есть 10 светодиодов, которые загораются в случайной последовательности после нажатия вот этой вот кнопки. Где его применить? Это может быть какое-нибудь либо поле чудес, либо же лотерея. В принципе, интересная штуковина. Нам достаточно подать питание на плюсовую и минусовую ногу. Мы видим, как загорится случайный светодиод. После нажатия у нас происходит рандомный выбор случайного числа. Вот загорелся D9 еще раз. И загорается D3. Главное, приятная круговая последовательное включение светодиодов и завершение плавной остановкой лотерейки. Устройство представляет собой автономную систему полива. На базе всего лишь вот такой вот одной платы уже с установленным реле для управления силовой нагрузкой. Сделано оно все на одной микросхеме LM293 и подстроечном резисторе, которым мы и устанавливаем влажность почвы. Датчик, и также присутствует насос, собственно, которым и управляет вот это реле. Для того, чтобы активировать данную систему, нам нужно всего лишь подать 12 вольт на разъем питания, который я здесь припаял. И включить питание. Система включается, то есть у нас начинает маслать двигатель. Как только появляется у нас здесь влажность на щупах, то система отключается. Но данная система мне не понравилась, потому что через время у меня цветок был залитый, хотя стояла практически самый минимальный уровень влажности, который потребовался для полива. У меня было установлено самое минимальное здесь, но цветок был залит, потому я рекомендовать данную систему не могу, собрал ее только ради интереса, а так лучше сделать на какой-нибудь плате Arduino. Устройство на сегодня — это плата для создания портативной Bluetooth колонки.
очень удобная, кстати, но больше она ни на что не годится. Значит, у нас здесь есть разъем питания 5 вольт микро USB. Также он относится к системе питания и зарядки аккумулятора. Мы можем подключить батарею, мы видим литий-ионную. Здесь у нас есть переключатель зарядки. То есть мы можем заряжать аккумулятор, можем не заряжать. Также присутствуют два выхода уже на динамике, левый и правый, с якобы номинальной мощностью, два канала по 6 Вт каждый. Но обратите внимание, на плате затерты микросхемы, и также микросхема Bluetooth затерта. Но по похожим микросхемам я посмотрел, максимальный выход — это 5 Вт в пике, то есть производитель, вернее, китаец, который отправлял эту плату и писал описание, значит, кидает вас уже слегка. Интересная платка. Я, кстати, ее подключил сейчас к двум динамикам, вернее, к одному динамику сейчас у меня подключено на 20 Вт. И, естественно, на 1/3 мощности плата просто-напросто вырубается. Значит, собственно, продемонстрировать это можно. Если включить сюда питание... Довольно-таки громко звучит. Но не для этих динамиков. Звучит довольно громко. Эти интересные платы будут под видео на YouTube в описании. И спасибо всем за просмотр. Также запомните, ваши лайки и подписки на канал — это лучшая мотивация для авторов становиться лучше и снимать годный контент для вас. Пока-пока, с вами был Денис Гик. Господа, а у меня на канале все больше появляется различных технических материалов, обзоров и статей. Если ты технарь, подпишись на мой канал и не забудь включить уведомления. Спасибо за внимание, пока.